Приветствуем вас от имени самого большого региона России – Республики Саха-Якутия. Наша республика известна в России и в мире большими перепадами температуры, богатыми природными ресурсами и необъятными просторами. Одним из центральных районов Якутии является Хангаласский. Он известен нерукотворной природной красотой ленских столбов, вошедших в мировую сокровищницу ЮНЕСКО. Но главное богатство Якутии – это ее народ – многонациональная, дружная семья, населяющая регион. На берегу величественной реки Лена располагается село Улаханан, где живет и работает Семенова Анна Павловна, педагог дополнительного образования детского сада номер 15 «Кымчан», где ведет кружок английского языка. Именно через наше село Улаханан проезжают тысячи туристов, не только из Якутии, из разных регионов России, но и из других стран. Поэтому велика вероятность того, что наши дети, улахананцы, смогут поговорить с туристами на английском языке. Анна Павловна считает, что современные дети очень способные и смышленые. Они готовы воспринимать колоссальный объем информации. Именно поэтому Анна Павловна уверена, что английский язык может стать повседневным языком общения и получения информации. Знания усваиваются детьми эффективнее всего в непринужденной игровой форме и с использованием технических средств обучения. Это могут быть обучающие видео, различные интерактивные приложения, которыми дети уже умеют пользоваться с дошкольного возраста. В нашем детском саду используем такой метод, как обучающие видео. Мы сами снимаем авторские видео с детьми и используем их на наших занятиях. И работников детского сада тоже включаем. Процесс. Очень интересно детям видеть себя со стороны. Итак, посчитаем все вместе. One, two, three, four. Four crocodiles. В свободное время Анна Павловна занимается танцами, фитнесом, волейболом и баскетболом, точечной росписью оберегов, мастерски печет торты, активно путешествует, изучает французский язык. Анна Павловна уверена, что, занимаясь детьми, она получает даже больше, чем отдает, и для нее это становится стимулом для дальнейшей работы. Мы всегда рады встрече с гостями нашего региона. Добро пожаловать в Якутию!